Большой привет! У нас сегодня воскресенье, жара на улице, и мы едем на батем к подружке. У нее маленький сыночек, она будет крестить его в русской церкви. Так что оставайтесь с нами. Такой аутфит у меня. Платье простое, я люблю такой покрой, мне такие идут. Горлышко здесь. В Италии его покупала недорого вообще, но мне оно нравится очень. С такой плотной ткани немножко. И такие вот мои сандалики тоже мини-ли. Кожаные на каблуке. Давно я каблук не носила, непривычно. Прическа простая и макияж. Так что поехали. Ну вот мы едем в Париж. Саньку не взяли, потому что жара. Сегодня финал футбола, будут пробки. И у них ресторан поздно совсем, в 1:30. Потом крещение, а потом ресторан. Так что пока не взяли его. Хотя, наверное, расстроится там моя, как ее, подружка. Вот. И собиралась я быстро-быстро, но все-таки собралась. Надо было светлое платье, белые цветы в церковь. В общем, предупредила она меня поздно, но не страшно. Самое главное – это присутствие. Так что поехали с нами. Сейчас покажу вам, так как нужен платок на голову в церковь. Это наша церковь, ортодокс. В общем, поехали. Немножко триумфальной арки. L'Arc de Triomphe. T'avais peur? Ouais, je pensais que... Бафун с цветами. Все, пойдемте. Ой. Телепорт? Вот он, Вильям. Вильям. Бабушку. 5 месяцев. Ку-ку. А поскольку... Ку-ку.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царь Небесный, Утешителю души и силы, и же везде Мы идем в ресторан пешком, потому что там не припарковаться. Я на своих копытцах. Жара в Париже неимоверная. Король. Первый магазин, где мы работали, и встретились с моей подружкой, у которой сегодня вот крещение сыночка. Но это было не здесь, а на Сен-Жермене. Мы пришли в кафе. Карпаччо рюкзак. Карпаччо помидорки. Ридет. Паштет из курицы. Все без хлеба. Очень много хлеба. Гора хлеба. Умереть от смеха.
панна-коттел. Тирамису у спекулёза. Ну вот вы побывали с нами на крещении. Надеюсь, что вам понравилось. Было немножко долго, кафе было маленькое и очень жарко. Но ничего, зато повидали друзей. Всем желаю хорошего дня, приятного вечера. Сегодня заключительный матч Португалия-Франция. Будем болеть за Францию. Але люблю! Всем пока! Вот на что похож Париж сегодня.